Я Кирик, и вы на канале Tarus Gaming Revival. И сегодня вас ждет вторая часть трилогии Крэша Бандикута. И вторая часть... Второй части, да. Второй Варпрум. Да, второй Варпрум. Вторая часть Крэша. Вторая серия. Вот, вот так вот. И Кирик. Ладно, перемещаемся на второй Варпрум. И он у нас, как видите, ледяной. С нами никто не хотят беседовать. Или хотят? А нет, хотят. Приблизительно нам говорят о том, что молодец Крэш. Для нас Рипперу это вообще легкость. Ты молодец, ты его победил. Ну не расслабляйся. Давай проходи дальше уровни и получай кристаллы. И как видите, нас тут снова ожидает Кока. Которая опять пришла из машины времени. Теперь нам предлагают сыграть за нее. И как и в первой части, мы этот варпрум полностью сыграем за Коко. А потом опять вернемся к Крэшу. Погнали! Snow Beast. Этот уровень. А, 125 ящиков. Спойлер, мы их не получим сейчас. Там нужно какой-то гем вроде. Вроде красный получить. Если не ошибаюсь. Ай. Опа. Ежица, ежик. Мурдага. Проходим, не проходим уровень и не стесняемся, можно так сказать. Оп. Оп. Опа. А, так. Хочу тебя разбить. Разбить тебя хочу. Разбить. О, да. Оп. Оп. И оп. А, нет. Ладно, чекпоинт. Тюлень. Иди. Куда подальше. Оп, оп. Тихо. Мы все-таки умудрились умереть. Оп.
Оп, оп, оп. Сказал оп. Так что тут уже вроде ничего нет, да? Уже лучше его не проверял бы, а так, можно сказать, жизнь потерял, которую мы даже не получили. Эх, ма. Да ну. Мы должны пройти этот бонус. Должны, должны, должны. Ай-яй. Так, все, спокойно. Мы должны преодолеть эти снежные приключения. Есть. И отправляемся далее покорять этот уровень. Тихо, 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 тихо. Опять вниз. Опять чекпоинт. И опять эти... хотел сказать, кругляшки, кольца, да. С первой части. Будут пытаться нам помешать пройти этот уровень замечательный. Шестой кристалл. Ай-яй. Идем дальше. Хотя вы видите, что в отличие от обычного крэша, ой, чего обычного крэша, от обычной второй части, да и от первой тоже, одно из самых главных нововведений в ремастер, то, что теперь показывают, когда уровень загружается, разные подсказки. Но только не для меня, потому что я не владею английским языком пока что. Ну ничего. Я надеюсь, еще все впереди. Америка, Европа. Ой. Сейчас не затупить, не затупить. Угу, затупили. Да так и знал. Отлично. Вот теперь... Давай. Все, помедли, помедли, помедли. Да... Что у нас все входит вправо, а? Можете объяснить? Я не могу.
Опа. Вот так вот. Да, есть. Чекпоинт. Бегемот, бегемот, помоги нам. Босс. Оп. Оп. И оп. И оп. Так вот, кока на попку прыгает. Раз, два, три. Сможем ли мы взять жизнь в вашей ставке? Смогли. Кристалл. Ящик. Мы промахнулись. Но мы начинаем с бонуса. А в оригинале мы начинаем с чекпоинта. Тут тоже сделали бонус как чекпоинт. Как и в первой части. Вот если мы прошли бы до этого момента без потери жизни, я вам скажу, чтобы открылось бы. Скажу, обязательно скажу. Нам бы открылась специальная дорога смерти, и мы бы его прошли и получили бы драгоценный камень бы. А пока что тут какой-то, хотел сказать, изумруд, но нет. На ириску, похоже, который клали в семечки от Мартина. Да. Хорошее сравнение. А тут можно сделать вот так вот. Вот так. Хочу сказать, вот так вот, но нет. Так вот делать не надо. Нужно просто прыгать, прыгать, прыгать. Прыжок номер раз. Прыжок номер два. Еще прыжок номер три. Прыжок номер три. Да. Жизнь наша. Теперь такими же темпами нужно зашагать обратно. Не дошагать, а допрыгать. Прыжок номер два. Раз. Прыжок номер два. Прыжок номер три. Все. Теперь главное не умереть. Погнали, 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 погнали. Отлично. Я уже вижу конец уровня. Фух. Электрические рыбки. Или не электрические. Эти рыбки вон неприятные. 56 из 102. Пройдено. Ноутбук превратился в кристалл. Круто. Ладно, следующий уровень. Blur it. Коко подсказывается, Крэш проходит. И вы слушаете эту замечательную музыку, которую у меня есть в плейлисте ВКонтакте. И я ее, помню, скидывал тоже на страницу ТГР году так в 2016. На страницу, да, группу в ТГР году так в 2016 с картинкой и с ремастером и с этой песенкой. Как видите, раньше мы катались на кабане, теперь мы катаемся на медвежонке.
Это тоже никуда не ушло от нас. Снова на ком-то катаемся. Ой-ой-ой-ой. Это уже как приятная традиция. Вообще, может, могу подпустить трилогии, что мы обязательно на ком-то должны кататься. Отлично. Опа. Опа. Кристалл наш. Теперь мы можем делать вот такие вот рывки, то бишь ускоряться. Семья ускорился. Зачем я такого вам показал? Это. Да. Теперь попробую получить этот ящик. Я помню, долго сидел. Не мог его получить. Да. Почему у меня тут такая задержка-то на прыжке стоит сейчас? Фух, наконец. Крестик, работай чуть-чуть быстрее, прошу. Чекпоинт. Тут можно ускориться. Будет не лишним. Оп-оп-оп-оп. Ай-яй. Помню, когда был именно этот момент, мне мама сказала, что мне нужно идти к зубному. Да. И я сделал сейв стейт. Еще. Когда играл на ПК через эмулятор в оригинал. И пошел к зубному. Да. История из жизни, можно так сказать. Или допрыгнул. Ломаем. Фитюлька нам хватает ящиков, и мы получаем свой драгоценный камень. И идем как раз в Сакраш. А следующий уровень Crash Crush будет проходить Коко. Да. А не Crash. Хоть его имеется в названии. Теперь она будет убегать от камня. Ее время пришло. Так посмотрите в ее глаза, как она испугана. Постоянно оглядывается. И уже чекпоинт. Пролезаем. И как мы видим, тут есть небольшая развилка. Мы идем сюда. Делаем вот такие вот финты. И отбиваем еще два ящика. И возвращаемся на то же место. Продолжаем убегать от булыжника. Булыжника, камня, кто это такой? От существа, да. Круглого телосложения. Это реально какое-то существо.
которая только начинает свое движение, когда видит кого-то. Бонус и кристалл. Давайте сначала идем кристалл и идем в бонус. Как много вампов фруктов. Так много вампов фруктов вы еще не видели нигде. Идем. Бонусный уровень пройден. Продолжаем убегать от этого кругляшка. Майк Вазовски. Нет. А он не разбивает оставшиеся ящики. Вот в чем прикол, я понял. Все, понятно. Как вы поняли, умер я специально. Я думал, он разобьет все оставшиеся ящики, но нет. Раз. Ой-ой-ой-ой. Как неприятно, да. Я хочу получить здесь драгоценный камень сейчас, а не потом когда-нибудь. Да. Лажа. Минели. Количество жизни потихонечку уменьшается. Что может, что не может не огорчать. Теперь-то точно у нас все хорошо, да? Как упасть на попу? Да, 57 из 57. Мы взяли. И здесь камень.
Видимо, это танец в исполнении Кока. Куки, как я ее называю. И отправляемся в последний уровень на сегодня. The Yeldil. The Yeldil. Ты меня заелдил. Ладно. Ну что же делать? Семья такой английский. Нет, новая локация. И довольно крутая и интересная. А ты можешь воскреститься, пожалуйста? Можешь? Нет. Ладно, проходим вот так вот. И видите, вот эти вот рыбы, скоты портят воду. Хм. Нужно пройти. Они ее облучают. Так и умереть можно. Мыши апгрейднулись чуть-чуть. Мыши. Мыши, да, апгрейднулись чуть-чуть. Опять развилки. И мы идем направо. Смотрите. Все, я вам слишком много показал. В следующий раз. В шестой серии. Скорее всего, да. В шестой серии нашего сериала. Хех. Crash Bandicoot and Coco остаться в живых. Гы. Чекпоинт и бонус. Слышим биты, которые характерны для второй части. Развилка. Так, вроде налево идти надо. Да, вот тут вот кристалл. И ящики. Сейчас вы видите инновации в геймплей. Инновация, да. Теперь мы можем ползти по этим штукам. Да. Это довольно интересно. Ну и чуть-чуть сложно. Только чуть-чуть. Также можем вот так вот подгинаться. Пом-пом-пом. Уровень. Да, пройден. Теперь уж точно. Тракционный камень получен.
На варфрум мы почти переместились. Радуемся жизни. И слушаем Кортекса. У нас уже мало ресурсов, чтобы с тобой... О, господи. Чтобы с тобой говорить. Да. Комбо Бразерс. Комода Бразерс. Комода. И это новый босс, который не появлялся в первой части. Братья Комода. Один жирный, один худой. И мы с ними уже знакомы по Крашбашу. Как вы помните. Они тоже рабы Кортекса, наверное, да. Так сказать. Босс несложный. Нужно уклоняться от худого. От его вертухана. И от кинжалов жирного. Ой-ой. Второй раз, остался третий. Ну вот он. Комода, братья повержены. Ну и разумеется, второй варпрум тоже пройден. Ну ладно, на этом будем заканчивать эту серию и буду с вами прощаться. Могу сказать так, все как всегда, если вы здесь впервые, то подписывайтесь, и даже если вы тоже здесь не впервые, просто не подписывались. Вот после моих слов обязательно подпишитесь на канал Taurus Gaming Revival. На вот этот канал, где вы смотрите. Если вам нравятся мои прохождения и вообще моя манера комментирования и так далее, подписывайтесь на мой канал, игровой канал Кирика, который будет первая ссылка в описании, и на мой второй канал, чисто футбольный и фиферский, Кирилл в офсайде, это будет вторая ссылка. Вот на него обязательно подпишитесь, потому что я там снимаю годный футбольный фиферский контент. Ладно, как уже поняли, с вами был Кирик, играл в Crash Bandicoot Insane Trilogy, во второй части трилогии. Всем удачи, всем пока. Да. Вот делайте то же самое, что делает сейчас Коко. Пишите комментарии. Все, всем удачи, всем пока. Пока-пока.